Как тебя зовут? Аня. А почему ты пришла заниматься дзюдо? Потому что захотелось. А нравится тебе заниматься дзюдо? Да. Нравится? А ты знаешь, в какой стране придумали дзюдо? В Японии. В Японии? Я. А кто придумал дзюдо? А какое кимоно у дзюдо бывает? Какого цвета? Белого и синего. О, ты уже много знаешь. А у тебя есть кимоно? Нет, папа. А скажи, а какие пояса бывают у дзюдоистов? Желтые, оранжевые, зеленые, синие, красные, белые и черные. И коричневые. А у вашего учителя дзюдо какой пояс? Черный. А что вы делаете на занятиях по дзюдо? Кувыркаемся. Обезьянку делаем. Всякие трюки делаем. А когда тебе будет 90 лет, ты будешь заниматься дзюдо? Да. Будешь? Да. И какой у тебя будет пояс? Черный. Нет. Синий, красный, белый. Красный, белый. Молодец.